Всем привет, это видеоверсия сайта Tarantas News, и в этом выпуске расскажу вам о компьютерном моделировании при разработке моделей Lada. В пресс-службе отечественного автопроизводителя рассказали о современном методе компьютерного моделирования при разработке моделей Lada. Для компании это возможность проанализировать зоны риска в конструкции, какие-то несоответствия техническим требованиям и осуществить расчетную наводку еще на стадии создания новой модели автомобиля. На сегодняшний день такой метод позволяет решить большинство важных задач до того, как машина поступит в серийное производство. С применением подобных систем работает весь мировой автопром, а АвтоВАЗ старается не отставать. Специалисты отдела виртуального моделирования анализируют такие разные аспекты функционирования автомобиля, как аэродинамика и климат-комфорт, пассивная безопасность, динамика автомобиля, акустический комфорт, статическая жесткость, долговечность кузова. Качество машин Lada сегодня находится на довольно высоком, сравнимом с конкурентами уровне. Так что обнаружить проблему, критичную для нормальных продаж модели, очень сложно. В некоторых случаях специалистам АвтоВАЗа приходится бороться с дефектом, который обнаруживает потребитель в процессе эксплуатации. Покупатель сегодня более разборчив. На данный момент в разработке конструкторов завода новые модели, и на смену им придут другие, а значит, времени на раскачку нет. У меня пока все, больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. До скорого!